Всем привет, с вами Виталий, и сегодня у нас будет бой в WWE 2K16. Ну что ж, Джон Сина против Скалы. Что ж, давайте посмотрим на эпический бой. И управляет Джоном Сином полный нуб. Небольшое примечание. Мне, кстати, самому интереснее. Интересно, нагнули я или нет? Там музыка какая-то. Пропущу. Вдруг авторская. Что мне уже за эту игру страйк прилетал. Небольшой. О! Сина, походу, в адиках уже нагибает. Коленки больные, не трогай. Отец за коленки. Но мне пора. О-оу. Чё ты сидишь? Тёбнул бы ему один раз. Сина. Вот это боль. Нате. Может, сдашься сразу? Сразу. По хребту. Вот так вот. Вот так вот. Нате. По печени, по почкам. Нате. Чё, разозлился? Нате. Держи, хорошенький. Давай. Пропустил. Окей, хорошо. Упс. Твой лоб. Держи. Получай пирожков хорошеньких. Походу мы разлили скалу очень сильно. А как это вообще делается? Как-то делается. Отпустила. И полетели. Так, не точно. Нехорошо ты полетел. Лети. Еще. И пин.
Больно, наверное. Блин, почти. Я уж подумал, что он сейчас за трёху лежит. Ладно, окей. Еще полетаем. Давай. Чё ж ты... Не хочешь, чтобы полежать, а? Почти. Почти. And dizzying speed. Yeah, the Rock's bloodline is unreal, Michael. Grandson to High Chief Peter Maivia. Son of the great soul man Rocky Johnson. The Brahma Bull has the power, the speed, the toughness, and, well, heck, the charisma to pretty much do whatever he wants in the ring and on the mic. Oh, this isn't good. Lichi. И чё? А, про повтор? Чё, он сбросил? А не офигел ли ты, а? Давай. А сам? На! Держи пока горячий. Вот ты гад такой, а. Еще раз. Опять взялся. Ладно. Вот так вот. А так не возьмешься? Все. Так, я быстренько пропускаю, потому что музыка может быть авторская. Ну что ж, из-за авторской музыки я быстренько все закончил, потому что не хочу потом убирать, что-то корректировать. Плохо может получиться. Ну что ж, это мой второй выигранный бой. Я сам офигел. Ну что, Джон Сина рулит. Ну а Скала тоже... Неплохой такой. Ну что ж, с вами был Виталий. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.